Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Мир обоих уговорит. Думаешь, мы найдем его? Столько времени прошло. Рано или поздно найдем. Франсуа Жермен думал, что Лапиньер... Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Элиза! Воу-воу-воу. Постой! Ну, так стартануло. Ну, наверняка узнала что-то. Точнее, куда вспомнила. Это ты? Так. Так, все, продолжаем. Мадемуазель! Разрешите мне спросить. Что ты делаешь? Или мне разрешите? Ну, как хотите, ладно. Ну, по-любому, тот самый быстрый, видите, в этой игре. Элиза! Ну, что это было? Объясните мне. Подожди! Как это назвать? Что ты делаешь? Что это было? Арно, Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена еще давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Мале, я не уверена. Но Жермен умер давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Ой. Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. А так мы здесь были. Сейчас засада будет. А может, это другой Жермен? Высокий, седой, глаза разного цвета. Ну ладно, согласен, тот же самый. Да. Так. Ждем. Похоже, никого. Так, а что у нас тут? Не знаю. Эй, где Элиза? А, вон. Элиза. Дай угадаю. Ловушка. Эй, эй, кто? Ну, ее, ну, не дают расслабиться. Убить их! Как парировать? Забыл. Контрол? Нет, не контрол. А может и контрол? О, контрол. Охренеть. А, наверное, Е буква. Жми. А, стоп. Стоп. Как подкат делать? Я забыл, честно. Здоровушка, ты как купить? У меня больше нету эликсира. А надо осматривать их. Пожалуйста, дайте мне эликсирчик. Ой, что это было? Так, 40 Ф. Нам не нужны Ф, нам нужна плюсик. Аптечка. Весьма бодрит. Фига у него рожа. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше. А что у него с рожей-то? Так и должно быть. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет. Ищем. Не. Замок. Может быть. Или так. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать Мирабо. Как только... Бам!
Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. Ну нет, твоей дивизии. Опять он разберется. Ну что ж такое-то? Так, что у нас имеется? У нас имеется... Пригнись! Видел их? Да ёб, какого хрена было это? Осторожно! Так, что у нас там еще? Во, вот это надо. Так. А я не вижу, наверное, сюда надо будет. Да, вот. Да ёб, ну что за пипец-то? Я немного не понимаю, каким образом он стреляет. Все, закончились, да? Пистолет, шестерка, давай. Он постреляет после того, как... Через секунду после того, как я нажму. Вот в чем фишка, наверное. Так, вот там еще. Ну, сейчас перебежим сюда. Так, пробел. Ну, жми пробел. Во. Так, ну-ка. С этого еще надо. Я не вижу его голову. А, ну вот, все. Все, нет. Посвященный, это епископ. Слышишь меня? Да, слышу. Отлично. Ты нашел его. Франсуа Тамаа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся со мной и узнай все о Жермене. Если он пережил этого магистра, то сможет привести нас к телу. Отбой. Ну, сука, я продолжить нажал, ну ёпрсте. А где Элизабет? Она вроде... Или Лиза какой? И она вроде здесь была. Так, ну нам надо осмотреть их. Чё за ботва? Нет, ты не понял. Вот сюда, Арно. Ну, чё ты делаешь? Ну ладно, давай сначала сюда, потом придется все равно перепрыгивать как-то. Дождик пошел, да? Да, дождик. Дождик, дождик. О, обезьянка. Так, стоп, подождите, ну да, он упал. Да, он упал. Так, осмотрим. Пожалуйста, давай патрончики, также давай эликсирчик, фарфор какой-то. Ой, просто к нам идут. К нам идут. Это лошадь, да, там? Ладно, ссать, насрать. Вот здесь у нас еще один был. Так, и вот здесь, да? Не, а где он? Я же вроде кого-то тут замочил. Не? Так, ну нам нужно к этому. В магаз. Так, решите первую головоломку. Не, нам это не надо. Нам что-то другое надо. Так, где у нас восклицательный знак? Вот он здесь. Вот он. Что тут написано? Встреча с Мирамбо. Да. Так, а быстрое перемещение, что нельзя? Где я? Вот тут, да? Ну, может и можно, но я не вижу. Так. Я бы кого-нибудь посмотрел. А то у меня реально патрончиков по нулям. На пистолетик. И... Ух ты, вот это, да. Это я зря. Так, что там за мясо? Даже не хочу вмешиваться. Так, а нам наоборот в другую сторону. Так. Погнали. Сейчас, наверное, я думаю... Ух ты, ёпрсте. А если б я приземлился, я думаю, у меня прилично здоровье убавилось. 6 ячеек. Ну, я не знаю, можно ли как-то прокачать, скажем так. Ну, может быть. Там палит кто-то. Кстати, а как закупать-то патроны и все такое? Я что-то не знаю. F, что ли? Ой. А, все. Блин, опять гранату чуть не использовал. Вот, F настроить. Так, навыки, снаряжение. Вот. Оружие. Не, подожди. Так, это не то. Так, ну ладно, насать. Погнали дальше. К заданию.
попрыгунчик. Вот, ну, я им скажу про эту игру, что у меня нет особых таких желаний, как вот, например, вот я играл в Far Cry, да? У меня здесь нет, видимо, потому что я не очень разбираюсь, либо потому что, ну, да, скорее всего, не очень разобрался во всех этих навыках и не чувствую, скажем так, игру. Ну, знаете, вот я Far Cry прочувствовал, я знаю, что там нужно, что там всякие там шкуры животных для улучшения, там открывать карты, все это я прочувствовал, все это для чего нужно и прочее. А здесь нет. Здесь я не чувствую. Нет той искры, скажем так. Да? Ну, это не очень, конечно, круто, то, что нет искры. Потому что, я думаю, игра сама по себе неплоха. Мне кажется. Вот, конечно, то есть, не было, наверное, такой игры, где... сегодня мне бы не понравился сюжет, ну, по крайней мере, в который я играл. К сюжету я особо никогда не придираюсь. Не знаю почему, может быть. Не знаю. Так, ладно. Надо, в принципе, добежать недолго уже, наверное, да? Я не вижу. Ну, примерно, наверное. Да, совсем чуток. Да, приземлился я, конечно. Упс. Кто-то меня чуть не запалил. Ну все, здесь можно прыгать. Так, это охрана опять, да? Иди сюда, трусливый подлец! Ну! Не-не-не, не хочу драться пока что. У меня очень мало снаряжения. Я забыл, куда нам нужно идти, чтобы пополнять. То есть эти магаз, точно, F букву, по-моему, на карте, насколько я знаю. Нет? Может быть. Да, нам нужно отправиться туда. Полезли, полезли, попрыгали. Ща выполним. И пойдем закупаться. А как узнать? Сейчас посмотрим, сколько у нас денежек-то. Вот это я забыл. Вот это я реально забыл. По-моему, тап. Дальше F. Да, во. 2000. Ну, по-моему, нормально. Сколько я знаю. Так, вот там еще что-то мигает. Так, тут никого нет. Не, вообще никого нет поблизости из врагов. Из противников. Да прыгнешь ты уже, я просто. Так. А, ну это и есть наше задание. Так, награда. Встреча с Мирамбо. А, ну все, пошли встречаться. Так. А, ну все, говорить. Сейчас будем говорить. Уговорить. Опять здесь, что ли, блин, я не пойму. Просто здание похоже, наверное. Скорее всего. Или нет? Элиза? Не, вроде другое какое-то здание. Месье Мирабо? А, Мирабо. И Мирамбо, говорю, какой-то. Да. Бывает такое, что не знаешь, как правильно произносить. Потом глупо звучит, когда узнаешь. Элиза? Правильное произношение имени или еще что-нибудь. Элиза? Что это? Он был уже мертв. Это не я. Я знаю. Но мне нужно немедленно сообщить совету, они разберутся. Нет! Арно, они не доверяют мне, сразу же решат, что убийца я. Ты права. Да, конечно. Что будем делать? Выясним, что случилось. Легко сказать. Смирабо. По-моему, так. А, ну вот, сейчас будем осматривать.
Угу. Что это? Этим убили твоего отца. Но это же знак тамплиеров. Зачем он здесь? А ты догадайся. Да, вот прям так просто взяли и оставили здесь.